Всем привет! С вами Ирина в эфире. Такая получается маринованная скумбрия, свежая, красивая, как настоящая. Рецепт под видео в описании напишу. Очень простой, никакой возни, ни жарки, ни парки не надо. Кусочек уже отрезала, съела, и сразу прям пиво захотелось. С картошечкой можно в любом виде. Очень вкусно и быстро. Всем пока!